в 5 очков сохранится. Спасительный для Дженуа. И вот сейчас, смотрите, был дриблинг. И похоже, что будет 11-метровый. Во всяком случае, такова реакция Дженуа. И вошел Даниэле де Росси в штрафную, и в ней остановили. И сам де Росси там радовался. Понятно, что не просто так. Да, был, конечно, там контакт. В колено ему попали. Ну и что ж, Франческо Тотти сейчас будет сравниваться с Гуннаром Нордалем, друзья. Мы с вами будем наблюдать сейчас, возможно, за историческим моментом, когда еще мы с вами нечто подобное увидим. Итак, Тотти против Фрея. Тотти против Гуннара Нордаля. Разбегается, бьет, и гол! Франческо Тотти! Есть! Все подготовили здесь, все подготовили на Олимпика для того, чтобы чествовать своего капитана. И капитан не подвел. 1-0. Вот так. Нужно обнять ему, конечно, Денис. Решил по горизонтали не пасовать. Барьело с мячом. Будет желтая карточка для... Для кого? Если это для Бурдиса, то это пенальти. И это желтая карточка для Николаса Бурдиса. А значит, 11-метровый, ну, конечно, 100-процентный пенальти в сторону. И Марко Барьело сможет сейчас сравнять счет в этой встрече. Свист стадиона, недовольство. Ну, чему тут быть недовольным, собственно говоря. Фул был чистый. Барьело против Штекеленбурга. Гол! 1-1. Марко Барьело забивает ворота бывшей команды и сравнивает счет. Ну, наверное, друзья, вне зависимости от клубных предпочтений, следует признать, что такой счет для первого тайма в паре. Навес, удар, и гол! И гол! И кто забивает этот гол, друзья мои? Это Алессио Романьоли. Это молодой защитник, который сегодня дебютирует в основе своей команды. Он приходит в штрафную. И в момент, когда у команды почти ничего не получалось, забивает второй мяч. 2-1. Посмотрите, какая бурная радость игроков Ромы, как они поздравляют. И представляете, что сейчас чувствует этот футболист. Какой дебют в основе. Великолепно. 2-1. И два игрока, на появление которых сегодня на поле трибуны в самом начале матча обратили пристальное внимание, наградили этих. Тотти и Романьоли забили сегодня по мячу. Посмотрите, как он выпрыгнул. Просто как будто корни в землю пустили здесь защитники Дженуа. И ничего они не могли сделать с этим парнем. 2-1. Алессио Романьоли, 46-й номер. Запомните его, друзья. Сыграл не самый, наверное, выдающийся матч. Мы с вами сегодня наблюдали. Может быть, атака Рома здесь что-то внесет. Вносит, конечно. Потому что Симоне Пирота ставит в этой встрече точку. 3-1. Великолепно.